Ничего себе! Предвкушаю быстрое возвращение на трассу. А вот это вряд ли. Слышите стрельбу? Автоматически мы поставляли припасы Белой Рощи, но пару дней назад комбайны перекрыли кислород. Что скажешь, Гордон? Может, я починю машину, а ты расчистишь там дорогу? Их притормозили зомби, бредущие из Сити-17. Но вскоре комбайны окажутся здесь. Это только вопрос времени. Если ты готов нам помочь, мы покажем тебе короткую дорогу. Он всегда готов. Да, здесь есть ход, который выведет тебя на ту сторону. У тебя будет шанс ликвидировать пулемет до того, как он засечет тебя и откроет огонь. С этим пулеметом. Обнаружено ОВИ. Положение критическое. ПЦС при смерти. Состояние осуществлено.
Возвращайся и двинем! Нужно зарядить! Спасибо за помощь, Фримен! Скорее, Гоблин, запрыгивай! Они не только помогли чинить машину, но еще и подарок нам сделали. Этот. Мы ставим их там, где припрятаны оружие, патроны и аптечки. Не пропустите их. Если на радаре что-то есть, остановитесь и посмотрите. Я расскажу тебе подробности по пути, Гордон. Еще раз спасибо, ребята! Назад. Состояние критическое. Назад. Обнаружили выяснение. Я подожду здесь, а ты проверь тайник.
Гранатомет. Вот это здорово! А, нашел? Без маячка мы бы ни за что не догадались. Ого, похоже, зомби хотят вернуть свое имущество.
Куда ты без меня? Может, это работа комбайнов, а может и нет. Здесь столько опасностей, что сразу не скажешь. Пока они не прислали подкрепление. Нет патронов. Перезаряжаюсь. Источник питания поля.
Хм, они позаботились о защите от посторонних. Попробую отключить щиты, чтобы ты подобрался к реактору. Ага, похоже, я смогу их отключить, но тогда мне придется остаться здесь. Попробуем. Прости, Гордон. Пахнет. Я не могу тебе помочь. Попробуй выключить реактор сам. Однажды это станет сюрпризом. Должно было сработать. Посмотрим, что с Полем. Будем надеяться, больше колбами нам не этот звук. Смотри, там торчит антенна. Это белая роща. Ладно, мы в двух шагах от базы, в этом случае дойдем пешком. Тут не заблудишься. Так и сделаем. Спасибо. Ладно, идем. Гордон, приведи машину и собирайся побыстрее.
Хороший мальчик. Похоже, нам опять нужна твоя помощь. Не возражаешь? Пес, давай к базе на перегонки. Поднажми, Гордон. И Гордон Фримен. Пес, на этот раз ты победил. Пустите нас. Эй, пустите их. Спасибо. Мы и так и поняли, что это вы, когда пес встрепенулся и помчался куда. Я была рада ему как никогда в жизни. Здравствуйте, Гордон Фримен. И как раз вовремя. Доктор